Кукольные театры Нижнего Тагила и Екатеринбурга обменяются гастролями. Право показать спектакли в других городах тагильчане получили, пройдя конкурсный отбор в начале лета. Обмен сценами поддерживает областное правительство. Мы повезем в Екатеринбург 2 спектакля. Это премьера, апрельская премьера «Аленький цветочек». И уже полюбившийся нашим тагильским зрителям спектакль «Приключения в стране дорожных знаков». На сцене Нижнетагильского театра кукол Екатеринбург покажет музыкальную сказку «Приключения с обучением» или «Вперед, спасатели», веселую поучительную сказку «Василиса Прекрасная» и бэби-спектакль «Разноцветные сказки». Обменные гастроли для нашего театра начнутся в начале сентября. В конце сентября с визитом в Нижний Тагил приедут артисты столицы Урала. Билеты на спектакли с августа будут доступны на сайте Нижнетагильского театра кукол в кассах с сентября.